К участию в программе «Школа вожатых» семиклассника Георгия Лапшина подтолкнуло большое желание работать с детьми. На курсы молодой человек ходит с января и уже разрабатывает свой педагогический проект. Ну, я считаю себя достаточно взрослым и думаю, что я смогу показать пример своим детям, своим воспитанникам в будущем. Программа «Школа вожатых» входит в городской проект по профориентации «Школа вожатых. Новое развитие» и реализуется с 2019 года при поддержке Департамента образования администрации Самары. На участие в нем было подано 250 заявок от ребят с 14 до 17 лет из 34 школ Самары и Новокуйбышевска. Есть участники из более отдаленных районов Самары. Они посещают занятия в формате онлайн. Цель проекта – это создание условий для профессионального самоопределения старшеклассников, плюс еще создаем интернет-среду именно в рамках профессии школы вожатых. Слушатели курса познакомились с методами организации отрядной деятельности в детском лагере. Наставник городского проекта и студенческого отряда «Квант Милосердия» методист Арина Солнцева провела игровой урок. Первая часть была теоретической. Во второй ребята приняли участие в играх «Атомы и молекулы» и «Паутинка». Например, в атомах молекулах они, как в физике, должны ходить по территории свободно, а потом я, как ведущий, говорю им, например, что атомы собираются по 3 молекулы. Они должны взяться за руки и показать, насколько они сплоченные. А в паутинке я просто руками запутываю их, и они должны из этого распутаться в полной тишине. Это самое главное. В период обучения участники изучат основные аспекты работы вожатого, овладеют ключевыми навыками организации отрядных коллективов. По окончании курса получат сертификат о прохождении обучения по программе «Школа вожатых». Но для этого им предстоит сначала разработать и защитить свой педагогический проект. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.